даже горло перехватило. В общем, показываю снова нашу еще не готовую кухню. Выглядит все пока так, как разруха. В общем, у меня теперь нет даже той кухни, которая была перед гаражом. Потому что готовить там вообще невозможно. Из-за перепада в температуре электрическая плитка тоже может сгореть. Потому что очень холодно. И ногам тоже холодно. Вот. Короче, я пытаюсь что-то готовить вот на этой, на своей старой плите. Я ее даже уже и не отмываю. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая она вся страшная. Она вся в строительном мусоре. Ну, мы ее выбрасывать. Остатки последние. Я уже боюсь даже загадывать. Я думала, что мы в сентябре закончим. К началу октября у нас будет кухня. Но человеческий фактор, обстоятельства. В общем, наши строители решили отдохнуть не планово. И мы пока без кухни. Ой, Егор меня еще сейчас улыбнул. Надо вот Светлане Владимировне сказать, что таким детям, как Егор, нужно все конкретно говорить. Я спрашивала Василису, говорю: Василиса, как вам задали домашнее задание по математике? Она говорит: нам Светлана Владимировна сказала сделать примеры в учебнике. Я говорю: хорошо, все правильно. Он так и сделал. Он прямо в учебнике от души написал ручкой, все примеры решил. Не переписал их в тетрадь, как это следует, а сделал в учебнике. И еще довольный бежит ко мне, говорит: а я первый все сделал, на, мам, смотри, несет мне учебник. Я сначала не поняла, я думала, это рабочая тетрадь. Потом смотрю, это учебник. А в учебнике у нас нельзя писать ручкой. Даже карандашами просят не писать, только галочки ставить. Потому что эти учебники передаются потом еще другим ученикам. Вот. Короче, вот такая вот история. В общем, Егорке нужно говорить конкретно, что нужно делать. Человек-инструкция. Не сказали конкретно, что написать в тетради, значит... Хотя, может, и сказали, может, он прослушал. В общем, буду еще раз у Василисы спрашивать. Пусть она вспоминает вместе со Снежей, как конкретно ему учительница говорила. Вот. Сейчас мы обедать будем. Кормлю детей пельменями. Что делать? Потому что суп я уже вот не успею. Мне приходится... Воды у меня здесь нет. Мне за водой надо в другое место бегать с кастрюльками. Все. В общем, вот такая лабуда полностью. Мечтаю я, конечно, когда у меня кухня будет. Что мы еще будем? Пельмени. Сейчас я им еще гренки вот сделаю из хлебушка. По типу, как на второе, что ли, будет. А потом они еще чайком с пряниками запьют это все. На ребенка необходимо разрешение от отца, если Васюшка у меня без папы. Вместо мамы сидит, смотрит дружеский нам канал. И она уснула. Сказать, это то, что между таможнями, в общем, спит мой ребенок. Там где-то мы там девочек смотрим. Но его не нужно идти пешком. Там пустили рейсовый автобус. Стоит он 15 гривен или 25 рублей. В общем, это девочки, небольшие автобусы. Ходят достаточно от спящей часто, Василисы. Наверное, ну, может, каждые Васюш. 10 минут. Васюша. А при прохождении второй таможни, которая в Крыму... Нет, надо будить. У нас ужин. Значит...